субботу. По одноименной повести Ирины Велимбовской. Я сейчас налью. Нет, я так. История простой женщины, выросшей в деревне. Говори, что тебе еще сделать надо. Аня, золотой человек, честное слово. Да ладно, так уж и золотой. Она хранит определенную наивность и неутолимую жажду быть счастливой. Иметь множество замечательных, дорогостоящих вещей. Это счастье, Коль, что ты инвалид Отечественной войны оказался. А то мы и сейчас в коммуналке сгорали. Ведь сладкой женщине кажется, что только они способны подарить ей счастье. Аньша уж такая безупречна, что тебя покритиковать нельзя, что ли? Наталья Гундарева, Олег Янковский, Петр Вильяминов. В фильме «Сладкая женщина» на телеканале «Новый мир».